Пожар в здании управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Саранск. В результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание в актовом зале на втором этаже. Два человека остались в горящем строении. С такой водной 7 декабря начались пожарно-тактические учения Саранского гарнизона. Так как эвакуироваться смогли не все полицейские, главной задачей сотрудников МЧС было найти и эвакуировать оставшихся внутри людей. Один из них оказался в кабинете, который был сильно задымлен. Его спасали с помощью автолестницы. Подобное учение не просто условность. Только с помощью практики можно отработать четкий порядок действий при реальном пожаре. Изучить планировку здания, возможные маршруты эвакуации и взаимодействие служб. Для личного состава основными целями являлись, значит, изучение данного объекта, так как достаточно важный этот объект и новый. И также отработка, значит, действия личного состава Саранского пожарно-спасательного гарнизона на случай возникновения пожара на данном объекте и отработка, значит, способов тушения пожара и эвакуации людей с данного объекта. Дарья Баргова, программа «Происшествия».